Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И давайте-ка мы сейчас пойдем на те острова, которые я говорил. Вдруг сейчас мы найдем какую-то там... Хотя бы какого-то покемона, которого у нас нету. Это уже, в принципе, будет нормально. И давайте-ка мы, наверное, все-таки полетим. Только Чаризард, давай-ка ты нормально летай. Без лагов. Куда нам лететь? Да, куда-то нам сюда лететь. Давайте, ребята, полетели. Главное, чтобы не глючило. То есть там уже на той территории мы же были там. Ну да, мы же там были, как бы не везде. Но так, это у нас кто? Уф, тебе тоже можно убить. Ребят, по пути будем не так убивать боссов. То есть нам нужно прокачивать наших покемонов. Это и так нужно. Иви... убьет ли Иви? Ну нет. Отлично. Так, сейчас, ребяточки. Отлично, что-то как-то не очень много опыта дало, мне кажется. Хрен его знает. Только не говорите, что сейчас опять будет ночь. Что-то как-то слишком она быстро, вот это все. Ну, давайте полетели. Ребят, мы Иви прокачаем, ну, когда она прокачается, а Пикачу мы прокачаем где-то на таком 50-м уровне, мне кажется. Ух, ни хрена себе. А где они вообще заспавнились? То есть, один тут сверху 100%, вот, а Джиодут, наверное, все-таки в земле. Так, Иви, давай прокачиваем Иви. Там еще куча нам осталось вот этого уровней, по идее. Сколько там? 100, ну как уровней вот этого счастья. Ей. Тут нормально, ребята, но это остров и так не очень нам сойдет, то есть полетим мы, наверное, все-таки дальше. Это можно выкинуть, это тоже... И пойдем мы это, пойдем мы, ребята, дальше на островчину. Да, чё ты опять Чаризард, ты пошли, пошли, полетели, давай, лети, Чаризард, и нам куда-то, да, туда. Ху, ну чё, может Кёрч какой-то там заспавнится? Нет, никак. Ну я говорю, ребят, я не знаю, спавнится ли тут вообще кто-то, какие-то покемоны, хрен его знает. Как мне кажется, ребята, первый наш легендарный покемон это будет покемон с алтаря. То есть, так они что-то вообще никак не хотят спавниться. Ух, ни хрена себе. Твою ж, сколько вас тут. Зато тут охрененно качаться, как мне кажется. Сквиртл? Смотрите, а сейчас он никак не словится. То есть те, которых мы случайно кидаем ультрамолы, да, то есть случайно выкинули, они ловятся. А вот эти вообще никак не хотят ловиться. Смотрите, у нас столько ультраболов, что мы сейчас... Смотрите, мы сейчас столько используем. А он и так не залезет туда. Я еще один, еще два использую, то есть вот этот и еще один. Если нет, то нет. Там также Тотодайл есть, а если мы сейчас на одного Сквиртла 30 ультраболов используем, это как-то не очень будет. И вот эти... нет, ребята, нет, это не очень. Давайте еще вот так попробуем. Там еще Тотодайл... Кто там Тотодайл был? Да, он, в принципе, еще там. Если успеем, если хотя бы вот этого словим, то уже нормально будет. Твою ж мать! Случайно нажал. Твою ж... Там еще один Сквиртл. Охренеть. Ну тут тоже так, знаете, много покемонов. Иви, Иви. Отлично. Сейчас мы, ребята, тут еще и прокачаемся. Ух ты, экспешер. А где это все? Где это все? Главное факел не вынимать. Вот оно попадало. Сквиртл, ты нас там подожди немного. Это нужно поднимать, ребята. Это
Это все-таки мы продавать будем, можно и так сказать. Главное не выкидывай, это самое главное. А вдруг еще сейчас и фосил где-то тут? Может, может. Нет, нету. Никак вообще не хочешь. Ну ладно. Давайте-ка мы отсюда выбираться, выбираться, выбираться. Вот эти такие 40-е уровни, мне кажется, на них даже хрененно будет качаться. То есть... А, нет, это не тот удал, это крокона. Ну ладно. Скиртл, Скиртл, давай-ка ты залазь. То есть, по-нормальному. Давай, ультрабол, давай, залезай, и все будет. Там нормально, в ультраболе, там посидишь, нормально. Твою ж мать. Ладно, давай, так, главное опять случайно не нажать. Может он словится, а то мы уже на него столько потратили, что это капут. Сквиртлы, вот вы, сквиртлы, это капут просто. Если честно. Давай, залазь. Мы уже на тебя столько потратили. Вот там тот удал, я его вижу. Только чтобы этот сквиртл еще нормально залез и больше... Да ты сквиртл, ребята. В прошлой серии я случайно выкинул ультрабол на Гулдина там 30 уровня. И он словился. А вот сейчас, когда у Сквитла почти что... О, а, отлично, он словился, ребята. И тут ни хрен не узнает с какого там ультрабола. Вот тот ударил, вот тот ударил, вот тот ударил, вот тот ударил. Ребята, если мы словим еще и тот ударил, это вообще охрененно будет. А если еще где-то шавот заспарится... Это вообще будет, если честно. То есть... То есть нормально, уже водный покемон у нас есть Сквиртл. Нет, не хочет. Давай-ка. Таким путем, если ты таким будешь. Таким он тоже чуть не хочет. Нет, все-таки пошло понемногу. Главное не убить. Ну вот на таких островах, ребята, в принципе, вот так нормально и ловить. То есть тот удайл, Сквиртл. А шавот, я не знаю, может найдем. Но на таких островах, ребята, в принципе. И нормально качаться, потому что вот тут такие покемоны. 35, 40, 45 уровень. Ну, конечно, с них нифига не падает. Но все же. То есть на них, в принципе, нормально прокачивать и орбы, как мы это делали. И вот, ребята, мы словили еще одного покемона. Это уже офигенно. А ну давайте-ка мы сейчас попытаемся прокачать. То есть, давайте-ка мы вот. Тут немного посидим. Чё-то я не тем его. Да нет, ну в принципе, если так смотреть, ребята, то нормальный опыт отдает. Вот так, да? Эти там разбираются. Опять я не тем ударил. Ну ладно. Давай-ка. Не, ну в принципе нормально уровни дает. То есть действительно так. Если вот так посидеть, то мне кажется, и нормально и прокачаться можно будет. Литвик, нет. Ух ты, давайте-ка мы. Отлично. Вот смотрите, ребята, 35 уровень, 40 уровень. То есть на таких. Посидеть, немного попрокачаться, это всегда нормально, то есть и нормально опыт отдает. Вот, уже пару уровней кому-то мы там заработали. Ух ты, ух ты, ух ты. 39 уровень. Главное, чтобы не убил. Отлично. Так, что, кто-то еще есть? Вот тут этих всех куча. То есть они тут спавнятся вот так, то есть большими такими количествами. Иви. 106. Кто тут еще есть какой-то? Ты тут? 106, нормально. И себе уровень вроде... Мы там нормально так набиваем. Ну хотя, в принципе, нам уровень не так уж и нужно, да, но... Ох ты ж, но все же. Так, еще один заспавнился, нифига себе. Давай.
Давай. Ладно. Отлично. И уже и день, в принципе, ребята. Иви, сколько у тебя там? 109. Ух, там еще боссик. Где ты там? Литвик. Да не ты. Ух ты ж, зараза, зараза. Так, ладно. Побежали. Отлично. Она уже почти 35 уровень, то есть нормально. Вот-вот нормальный остров. То есть, ребят, действительно, тут можно нормально прокачиваться. Так. Тут и боссы есть. И все, что нужно для прокачки, можно и так сказать. Ух. То есть прокачаться действительно можно и нормально тут вот этих всех. Но все же... Нет, вот этот остров будет такой, как бы мы сюда, можно сказать, будем приходить, чтобы вот прокачаться. Это нормально. Сейчас давайте-ка мы полетим на какой-то другой остров. Может, там еще больше будет покемонов на прокачку. Давайте... Так, сейчас, а где он? Да, в принципе, вот туда прямо нам нужно лететь. И полетели, полетели. Наши покемоны уже, в принципе, вот такие. 34-й, 35-й, 44-й, 45-й. Ух, кто это там? Драгонейр. Ну, у нас уже есть Дратини вроде, поэтому... Вот еще один остров. Тут вообще их куча. Тот же Тотодайл. Тот же еще один Тотодайл. Даже... Ну, это не очень такой большой остров. Там еще где-то был. Вот, туда. Полетели. Полетели. Вот тут. Ну, тут уже такие не водные больше покемоны, а есть уже разные. Вот там еще один боссик есть. Нормально. Ну, вот тут тоже, куча. О, Ашавотишка. Давайте-ка мы сейчас его попытаемся. Он что, еще хилится? Ладно. Где? Вот он. Ашавот. Если мы его словим, то это вообще охрененно будет. Видите, тут, в принципе, не такие водные покемоны, тут есть разные, можно и так сказать. И водные, и не только. Вот как раз вот это такой нормальный остров, можно сказать. Вот если Одиша... вот если Шавота мы ударим, он 7 уровень, то что-то не кажется, что... Хотя... Вот так можно. И... Ну, фиг его знает. Давайте попробуем. Может и словится уже. Ну? Одиш? Какой Одиш? Почему Одиш? Шавот. Ну, постарайся. Ну, словись. Ну, если ты не словишься... Давай. Мы уже двух словили. А ты... Твою же мать, аж... У нас куча ультраболов, но такое чувство, что нужно мастербол использовать, потому что они что-то хрен ловятся. Ну ладно, не словился, а вот потом может еще найдем. В принципе, сейчас у нас есть и Сквиртл. У нас есть и Сквиртл, у нас есть Тотодайл, то есть двух покемонов мы словили. Еще одного, может мы потом словим. О, это что такое? Так, полетели еще на этот остров, может тут что-то будет. Я говорю, ребята, потом может еще чего-то как бы словим. То есть сейчас, ладно, не нашли так, то есть нашли, но не словили. Потом посмотрим. Че, может еще раз взлететь? Посмотрим, хотя бы спанится, не спанится. Ух ты, там еще какой-то огроменный остров есть. Я его как-то...
Нет, ребят, что-то они вообще ни хрена не спавнятся, они не легендарные. Может их отключили просто, или они так спавнятся. Фиг его знает, если честно. Так, тут мы еще не были, да, то есть... Там что-то у нас, что у нас там? А, там у нас, походу, земля биома, давайте-ка мы вот сюда куда-то полетим. На этих боссов, наверное, не будем мы убивать, потому что долго потом спу... Ух, куда ты летишь? Ух, опять там... Ай, нет, не под... Не... Твою же! Ладно. Тут тоже остров такой, смотрите просто на охренеть, сколько их тут на этом пляже. И Бластойс, и Баттлфри, там, кто это там, Снайви или кто это там. Короче, куча тоже их. Абра. Ну, вот на таких островах как раз вот так, в принципе, нормально прокачиваться. Серпари, не Снайви. Так. А там у нас что? Ну там у нас зимняя биома, так как и было, да? То есть вот тут у нас зимняя биома. Чё-то я больше не вижу, ни хрена. Давайте, может, еще раз в джунгли попробуем. 1900, 1975, 2100. Вдруг сейчас надумала заспавниться хотя бы. Та же Мью? Нет, не надумала. Сейчас посмотрим, вдруг надумала. Или хотя бы проверить, знаете, ребята, спавнится или не спавнится. Потому что вот это что-то какое-то... Да, через баг они там должны просто спавниться, ну просто капут как. А вот тут даже через баг не спавнится. Так, давайте сначала просто полетим, то есть... Хотя бы вот... Вот где-то вот тут сейчас взлетим, если опять не заглючит. Ребят, в прошлом сезоне, когда мы вот так подлетали над джунглями, у нас за секунд так 20, если вот так через баг, о, все-таки заспавнился. Только не говорите, что заспавнилась Shiny Mew. Пожалуйста. Но это все-таки... Нет, это не Шайн. Это легендарный. Ребят, я ее ловить не буду, потому что, как я говорил, тех, что через баги спавнятся, нет, это нет смысла ловить, потому что через баги мы так можем всех покемонов переловить. Но зато хотя бы я уже знаю, что они спавнятся, и что хотя бы в чат пишет, что они спавнятся. Это уже отлично. То есть уже знаю, что они спавнятся. А вот через баг это, ребят, ловить не будем, потому что это не очень так получается. То есть хотя бы отлично, что я уже знаю, что спавнится, это уже нормально. И хотя бы что знаю, что пишет в чат, что она заспавнилась, это уже тоже. Словить это как-то попытаемся, потом может. Идем домой. Так, это тут у нас кто? А вот Райквазу мы тоже уже пытались заспавнить, но там что-то вообще капут. Еще и залагало при том. Так, сколько там? 109, в принципе, так как и было. Ладно, это давайте-ка мы все сейчас поскладываем. Это сюда. Это, в принципе, это... Нет, это нет. Это. Еще вот тут вот это. И вот это. И вот так. Сюда вот так. Отлично. То есть, уже алмазики мы уже сможем себе купить. Если вот то все продать, что у нас есть, то мы, ребята, уже себе сможем купить до хрена сколько легендарных, если честно. О, Шайни. Ну, это тут... Ну, кто же? Кто же еще, если не Мэджикарп? Кто же еще? Так, еда. Что тут у нас мы можем так поставить? Тут у нас... Так, давайте сделаем, тут тоже так, давайте сделаем, тут так, и тут вот так. Отлично. Фу.
Ну, говорю, ребята, хотя бы уже знаем, что легендарные спавнятся. То есть, потому что были, можно сказать, ну и как это можно сказать? То есть, я не был уверен, что спавнится тот же, что они вообще спавнятся, потому что что-то сколько мы не летаем, вообще ни одного легендарного не заспавнилось. Но сейчас уже заспавнился, это уже хотя бы знаем, что спавнится. А вот сейчас нужно будет ловить нормально, то есть без багов, а хотя бы так полетать, посмотреть, вдруг кто-то да заспавнится. В принципе, ребята, я так думаю, давайте уже на этом закончим эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем за просмотр, всем удачи и всем пока. Пока.